Всем привет! А вы смотрели сериал телеканала MTV «Волчонок»? Предлагаю вам 4 прически одной из главных героинь Лидии Мартин. Поскольку действие сериала происходит в старшей школе небольшого городка Бейкон-Хиллз, эти прически подойдут и вам для повседневной носки в школу, на работу, в универ. Очень романтичные и простые в исполнении. Напишите в комментариях прически, из каких фильмов или сериалов вы бы хотели видеть на канале Beauty Maker. Ну а если вам так же, как и мне, нравится сериал «Волчонок», ставьте плюсик в комментариях. Прическа номер 1. Выделяем небольшую часть волос в челочной области. Делаем начес. Скручиваем жгут. Немного придадим объем. И прикалываем его невидимкой. Готово! Как все гениальное, просто и красиво! Прическа номер 2. Делаем прямой пробор. Выделяем часть волос с одной стороны и плетем обычную косу. На конце завяжем резинкой. С другой стороны то же самое. Теперь сзади соединим косички в один хвостик. Сделаем чуть-чуть объемнее. Готово! Отлично смотрится на длинных и средних волосах. Прическа номер 3. Оставим пару прядок у лица. С одной стороны, над ухом, выделяем часть волос и плетем из нее обычную косу. Сделаем ее объемнее. Заколем волосы назад. Косичку перекинем, словно ободок, на другую сторону и закрепим невидимками. Распускаем волосы. Прическа готова. Прическа номер 4. Выделяем прямой пробор. Оставим пару прядок у лица.
волосы с одной стороны, заплетем косу. На конце завяжем резинкой. И с другой стороны сделаем то же самое. Перекручиваем косичку вверх у основания. Закидываем и прикалываем к голове невидимками. Крест-накрест. И с другой стороны точно так же. Совсем капельку потянем за элементы плетения косичек. Вот эта прядь выбилась, ее я убираю. Накрутим прядки у лица. Прическа готова! Напишите в комментариях, какая из этих причесок вам понравилась больше всего. Стали бы вы себе такие делать? Спасибо за просмотр! Не забудьте подписаться на канал Beauty Maker. Ставьте палец вверх. Всех целую. Всем пока!